Строй. Пока 0-0 счет. Команды только начали. Вот здесь, ох, момент и гол! Гол! Какой хороший гол. Это похоже, 13 номер у нас, кажется, отличился. Я вот так вот упустил. Это Евгений Нестеров. Пешки лиги 7 на 7 сейчас проходят вот эти трансляции. Замечательные. Параллельно с нашим матчем играет Сибади и Аграрный университет. Ой, момент! Вот это гол! Причем нет в составе, да, Ирлана Махмудова. Ох, штанга! В атаке мой Дадыр. Амирханов. Передача у нас Жустева здесь проходит. Жустев. Хороший удар! Ох, вот это момент у Майдадыра! Все-таки Николай пробивает низом. Вот оно хитро, так как? Да, низом пробивает. Андрей Петров с мячом. Ой-ой-ой, ну вот это наказывать надо было сейчас. Почему же Александр Гринько там так поторопился сильно? Ну, ладно. Ну что, получится ли удар? Гол! Получается удар. Получается, и Сергей Литвиненко забивает третий мяч. 3-0. Мудова. Пока, напомню, 3-0 впереди Альпстрой. Зайникеев. Ренат с мячом. Финтит. Ренат прорывается к воротам. Майдадыр. Ох, какой гол! Вот это да! Ой, гол! Амирханов. А здесь теряет мяч Арстан. Но, правда, возвращает снова Майдадыр себе мяч. Удар неплохой здесь. Снова Сергей Шуканов. Кто-то есть только в Телеграме, но нет этого ВКонтакте и на Ютубе. Так что подписывайтесь на все три ресурса, на все три площадки. У кого есть возможность, смотрите, читайте, следите за нашими лигами. Вот хороший гол. Забивает Альпстрой. И это делает Сергей Литвиненко. Похоже, это дубль. Сергей, всего стили минутный ролик, да. Давайте после этой атаки Майдадыр расскажу. Гол! Майдадыр! Гол! Медиа Альпстроя. Немножко вот здесь подрасслабились. Никита Жустев отличается 2-5. Разбегается Ренат, пробивает, но тот надежен Евгений Дизер. Игра завершена. 5-2, победа Альпстроя.